За каждым участком города закреплены управления и отделы администрации. Улица Промышленная в прицеле внимания муниципального контроля. Специалисты провели большую работу с предпринимателями и собственниками частных домовладений по поддержанию санитарного состояния и благоустройства улицы. Ни один дом, ни одна организация не остались без внимания. Общались со всеми. Основные пожелания были по приведению в порядок входной группы. То есть это где-то подкрасить надо было, обновить. Помыть вывески, витрины, окна. Собственники частных домовладений и предприниматели подхватывали инициативу. В течение нескольких дней навели порядок на улице. Мыли, красили, восстановили тротуарную плитку и обновили газоны. Демонтирован козырек входной группы, который нависал над муниципальной территорией. Специалистами проведена работа с управляющими компаниями, хозяйственно-ответственными организациями по уборке мусора, покосу травы. За этот период были проведены работы и по покраске частных домовладений. Это ограждение, это заборы, укладка тротуарной плитки. Вот, мыли стекла, мыли, белили, красили. Большое за это спасибо всем индивидуальным предпринимателям, потому что сегодня выходишь на улицу Промышленную и начинаешь радоваться той работе, которую проделали наши сегодня предприниматели. Отдельно стоит отметить, что предприниматели покрасили все элементы входных групп, перила, фасадные стены торговых точек, ворота, которые надо было обновить. Все требует обновления. Всегда. Так что красить надо, красоту надо создавать, наводить, создавать. Все бы делали так, было бы чисто и красиво. Масштабную работу по благоустройству провели именно анапчане. Практически никто не остался в стороне. Быстро и качественно обновили облик улицы Промышленной. Муниципальный контроль лишь подсказал и посоветовал, как это лучше сделать. Огромные изменения, и именно благодаря вашей службе, это я вам не как говорю лезть, а как появился кто-то, кто хоть что-то начал заниматься каким-то порядком. Вот. Так что, если бы вас не было, было бы нам всем гораздо хуже и скучнее жить. Благоустройство улицы Промышленной – пример того, как инициативные жители курорта сами изменили улицу. Доказали, что каждый может поддерживать порядок на своей территории.